9 городов и 15 районов республики продезинфицируют приезжие спасатели. Сегодня к специалистам из Ростова-на-Дону присоединились сотрудники Ногинского спасательного центра. Поприветствовал прикомандированных специалистов МЧС России глава Дагестана Владимир Васильев. Он отметил, что их прибытие в нашу республику – это подтверждение слов президента о том, что вместе с Дагестаном вся Россия. Дезинфицировать объекты жизнеобеспечения будут 140 человек и 26 единиц техники. Отряды спасателей уже сегодня провели обеззараживание объектов в Махачкале и Кизляре. Обрабатывались наружные поверхности зданий, тротуары, скамейки, двери, поручни, урны и прочее. Дезинфекции подвергнутся и места массового скопления людей – аэропорты, вокзалы, рынки, общественный транспорт, киоски, банковские терминалы, территории больниц, мечети и другие объекты.